Давай поохотимся. Если вселишь в нее страх, попробуй яростно прореветь, как лев. Славно. Ну, беги домой. Ты, видимо, лекарь. Да, я лек... От пройдох наподобие тебя? Навряд ли, даже если я буду ранен. Боги и медицина бессильны. Ты все продумал. С виду ты силен и готов. Тебе некогда за ней сходить? Мне боязно. Уручить. Ты знаешь, чего хочет наемник. Пока да. Я принесу травы. Да. Он сказал, травы растут у ручья. Я близко. Ликаону нужны эти травы. Столько мандрагоры хватит. Можно возвращаться к лекарю. Оба, вперед! Вот, твои травы. Спасибо. Ладно.
Я размельчил трав... Но я принес тебе боль. Я оставил двойную порцию... Ладно. Спасибо. Один у загона для скота на западе. Ликаон прислал... Спасибо. В каком смысле? Это точно. Ликаон шлет обещан. Вид у него бы. Он постоян. Думаю. Ликаона. О, спасибо! Какой же он привлекательный и заботливый! Жаль, что решил не заводить семью. Почему? Говорит, что не хочет обременять своими заботами невинную женщину. Ну, что сказать? Лучше бы честно признался, что я ему не нравлюсь. Хм. Раздал лекарства всем больным. Похоже, твое благополучие заботит многих. Славно. Моя бабушка Проксиф... Да, я... О, спасибо. Спасибо за помощь. Скажи, много людей ты убил? Чему ты клонишь? Разве не заслуживает наказание? Нечестный человек. Обманывающий и людей, и богов. Ты о Проксифее? Она была пророком. Но тот, кто приходил за советом, слышал лишь ложь. Моя бабушка, бывший оракул? Да, из храма на холме в Дельфах. Она призналась мне, что не слышала богов. И говорила то, что ей велели. Злые люди со злыми умыслами. Именно. Они разжигали войны. Ее нужно наказать. Я... Ложное пророчество разрушило мою семью. Если это была она, я лично разберусь с ней. Куда ты идешь? На! Ликаон, я знаю, чего ты хочешь. Ты только опозоришь нашу семью. Это неправда, Агава. Но Проксифея должна понести наказание. Ты все равно опоздал. Сегодня приходили какие-то чужаки, искали ее. Я привела их сюда, и ее забрали. Разве это справедливо? Не все так просто. Она была старой лгуньей. А теперь беспокоиться не о чем. А ты кто такой? Я Алексиос. Я тоже пострадал от лжи Оракула. Возможно, твоей бабушки. Чтобы все уладить, нужно найти ее. Прошу, помоги выяснить, где она. Я поищу. Что мне оставалось делать? Речь шла об убийстве. Этот шанс... Ты не видел тут рядом ничего странного? Ну, например, разбойники захватили дом моей сестры. Как это так? Ее прогнали. Лишили дома. У них там лагерь, и они хорошо вооружены. Любопытно. Где этот дом? К западу отсюда. Но этих мерзавцев лучше не злить. Спасибо за совет. Все пошло не так, как я рассчитывал. Я за нее в ответе, а не ты. Проксифея бронила браслет в пылу борьбы. Но обычный вор не бросил бы такую ценную вещь.
Похоже на контракт. Доставьте груз в условленное место нетронутым. Если речь о бабушке Ликаона, быть может, она жива. Проксифея забрали в дом к западу отсюда. Похитителям велели не убивать ее. Спасибо, что все выяснил, Алексиус. Я не глуп, Ликаон. Агава подвергла Проксифею риску. А ты спрашивал об убийстве. Хочешь, чтобы я убил ее? Нет. Это мой долг. Я убью ее. Ты не убийца, в отличие от меня. Если она преступница, я накажу ее. Я в ответе за нее. Она не должна страдать. Затем и нужна Мандрагора, чтобы приглушить боль. А пока ты разделаешься с похитителями. Не думаю, что я справлюсь с ними сам. Найдем Проксифею. Спасибо. Эй! Давай, вперед! Похоже, Проксифею держат в этом доме. Спасибо, дитя. Нам нужно уходить. А вдруг еще разбойники? Нужно уходить. За помощь, дитя. Не стоит глаз Аполлона. Или ты несла чье-то еще слово?
Значит, ты все знаешь. Верно, я всех обманывала. Мне ужасно жаль. Увы, боги не убили меня, заставили жить с чувством вины. Почему ты лгала? Люди верили! Ты должна была нести им слово Аполлона! Я не собиралась врать, когда стала оракулом Аполлона. Но от меня потребовали, чтобы я подчинилась. Иначе покарали бы мою семью. Семью? А ты помнишь семью спартанцев? Их младший ребенок должен был умереть. Скорбящую мать с глазами, как у меня. Прости за все, чего ты лишился. Кому это нужно? Кто-то надоумил злодеев похитить тебя. Нет, не спрашивай. Это были те, кто хочет наказать меня. Те, кто управлял мной. Если я скажу, они похоронят тебя живьем. Те, что носят маски и плащи. Культ космоса. Не говори вслух. Ты узнал? Мне стыдно за себя. Нет, я за нее в ответе. Я убивал и знаю, что у жестокости нет конца. Лучше двигаться дальше, используя прожить жизнь, данную богами. Дальше? Проксифея погубила твою семью. Она стара. Убийство из мести не изменит прошлое. К тому же, разве не ты говорил о надежде? Благодарю тебя. Обещаю, впредь я буду творить лишь добро. Ты прав, Алексиус. Я не могу простить свою бабушку, только не сейчас. Но пусть она живет дальше, как и я. Ты поступаешь правильно, Ликаон. Как ты справляешься? Как решить, кому жить, кому нет? А как справляешься ты? Люди вверяют тебе свою жизнь, жаждут ухода и добрых слов. Ты нужен мне, Алексиус. Не надо никого убивать или искать. Останься со мной. Я думаю, ты многое пережил, Ликаон. И в твоей жизни нет места мистии. Иди домой и будь тем, кем и должен быть, лекарем. Охотимся. Пошел. Давай, давай. Thank you.
Найду укрытие. Yeah!
Цены в округе.
Скажи, если что-то понадобится. Бдительные стражники. Эй! Ну, где ты? Ты не напишешь?
Я тебя слышу. Ты, стой! Huh?